Завершился пятый республиканский турнир на призы заслуженного мастера спорта Республики Казахстан Элизабет Турсунбаевой. Отметим, соревнования проводились без зрителей. В традиционном турнире приняли участие более 250 спортсменов от 5 до 18 лет со всей страны. Какая школа признана сильнейшей? В следующем материале. Наша землячка Элизабет Турсунбаева вдохновила немало юных казалардинцев на занятия этим сложнейшим видом спорта. Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию, которая первой в истории на мировом первенстве среди взрослых исполнила четверной сальхов, их кумир. Элизабет Турсунбаева ежегодно приезжает специально для участия в именном турнире, цель которого – развитие фигурного катания на малой родине. Я думаю, что у нас еще все впереди. У нас уже некоторые детки выиграли соревнования, так что это уже хорошо. А я тренируюсь, восстанавливаюсь. Сейчас какое-то время, да, в Казларде, потом обратно в Москву, и сборы начинаются. Победители и призеры турнира были определены в каждой возрастной категории. Сильнейших поздравила аким области Гульшара Абдыкаликова. За 30 лет независимости в нашей стране выросло новое поколение. Молодежь проявляет себя во всех направлениях, в том числе и в спорте. Показывает хорошие результаты на мировых спортивных аренах. В разных уголках мира поднимает наш флаг, исполняется гимн Казахстана. В этой славной когорте и наша Элизабет, которая вошла в историю мирового фигурного катания как первая фигуристка, выполнившая четверной сальхов. Такие турниры мотивируют юных спортсменов к новым высотам. Поздравляю победителей и призеров с победой. В целом мне все очень понравилось. Сама атмосфера была очень уютная. Несмотря на то, что я в другом городе, было заметно вот эта вот домашняя атмосфера. И, конечно, было заметно то, что за меня болели. В области сегодня фигурным катанием занимаются более 60 детей. На этом турнире победу одержали 7 наших юных фигуристов. 4 золота, 2 серебра, 1 бронзовая медаль. Тренер выступлениями своих воспитанников доволен. Прошел отличный турнир, все дети довольны, много было участников, были призы. Дети очень довольны, будем дальше работать, ну, идти к дальнейшим будущим результатам, улучшать. Победители соревнований получили благодарственные письма, специальные медали и призы от Элизабет Турсунбаевой.